627x плюс 758 переписываем без изменения. Минус пока не трогаем. Выполняем умножение скобки на число. Получаем 114 плюс 124x. Число 2 на 23 не умножается, потому что 23 не заключено в скобки. Поэтому 23 переписываем без изменения. Плюс. Теперь скобки не трогаем. Выполняем умножение числа 3 на содержимое скобки. 3 умножить на 337 будет 1011. 3 умножить на 45 135. Теперь раскрываем скобки. Перед скобкой стоит знак минус, значит слагаемые изменяют знак. Следующий этап. Приводим подобные слагаемые. Сложили буквенные части, теперь свободные коэффициенты. Плюс 23 и минус 135, получаем 532. И это будет окончательный ответ. 1514x плюс 532.